Уран неповоротливый в лесу. Только обсосный поворачивает. Тайга проскочила. А буран что-то там. Там застрял, сидушка слетела. Красота в лесу. Красотища. Маленький подъемчик бурану, наверное. Все, поехал. Снегопад пошел! Да попробуем горку, вот эту поднимется, нет? Все, встала бурка! Сивка! Блядь, сильно круто! Ну это круто, это еще не круто! Это, видишь, ногу уперла назад. Лопату бери! Или у тебя сапоги хорошие? Вот такой подъемчик. Закопался. Так, ну-ка, тайга. Тайга вот тут вот, интересно, вылезет между двух деревьев. Я попробую. Ну-ка, на, поснимай. Я... Буран кривую дорогу сделал! А ты куда хочешь, между вот этих? Подтолкнуть! На, я сейчас это чуть-чуть трамбану под гусянки поеду. Куда поедешь? А ну, это, видишь, куда ты поедешь? Ты до обеда заедешь в эту горку детскую или нет сегодня? А рюкзак ты... сними, у тебя рюкзак тяжелый просто. Спешишь, что ли? Так вот я и думаю, я считаю груженный, блядь. Я да еще термос полный. А ты что, так и будешь стоять? Давай переворачивай. Не, я на тайге, я не могу. Тайга ездит по лесу, а буран копает. Я могу только поездить, покататься, поснимать видео.
Сейчас я выйду. Я же блогер теперь. Я подожду. На работу-то еще не скоро, конечно, ты выйдешь. Дома сидишь на диване. Так вот, вышел, покопал бы. О, где бы еще покопал бы, ну? А на китайце, да, скучно. Едешь, доедешь, как дурак. О, какой снегопад пошел. Снег. Вверху там ветер. На китайце, да, действительно, неинтересно по лесу кататься. Катаешься и катаешься. Видео еще снимать успеваешь. С зайцами здороваться. А на Буране только вон берлогу копать. Сразу выкопал, лег на нее и спит. Поехал. Кто-то вперед вообще не хочет. Юра, откапывать надо сзади. Вот. Вперед, дай я. Отстой, все, откапывай. То он большой бугор. Ну заглуши эту чепуху, блин. Весь лес отравишь. Китаец ездит экологически чистый Евро 5, блин. А он тут на РМЗ приехал лес травить. Потом ни одной шишки в лесу не найдешь. Конечно, какие шишки тут, блин, все вытравят двухтактниками своими. Играться. Давай, поехали. Видишь, едет. Просто слишком много снега для Бурана. В горку ты, наверное, один фиг не подымешься. Или подымешься? Если сзади каблука не будет, Скорость не включил. А чё ты без разгона-то? Тебе разгоняться надо. Так там дофига снегу глубоко. Ох ты, блин, чуть меня не задавил. Опа, все, в дерево уперся. Подожди, стой! Танк, танк! Выехал, молодец! Не буран, а танк натуральный.
Не, Буран, конечно, хорошая техника, но, блин, я манал. Тайга, он наверху стоит даже. А этот где-то тоннели роет. Блять, поворот, видишь, просто стал делать. Вижу. Ну, видишь, я развернулся. Вот я разворачивался. Зад вперед, зад вперед. Все. Ты бы еще, блядь, все. Подушку сюда приклеил, где-то вышло. Короче, тайга рулит. Буран — это прошлый век. Блин, вон проваливаюсь, не могу. Буран скрылся, сидушки нет. Тайга наверху. Сейчас доползу до нее. Ладно, буду смотреть, как буранисты кайфуют в лесу. Получают кайф. Да, неповоротливый буран вообще как. Не маневренный. Хоть и для леса, говорят, это точно ему. Об деревья только поворачивают, но об деревья, видите, не получается поворачивать, он застревает. Давай, давай, я видео. Ты хотя бы прыгай, переставай это, перевешивай его. Буран — это, чтоб когда-нибудь я такую технику купил, это только по путикам, наверное, таскать тяжелые груза. Все, больше он как не нужен.